Жители деревни Зименки в скором времени смогут получить доступ к более чем 100 цифровым телеканалам и высокоскоростному интернету посредством современных волоконно-оптических технологий. Долгое время жители этой деревни были обделены вниманием проводных провайдеров интернета и телевидения. Дело в том, что поселение находится на значительном удалении от города, а численность населения сравнительно небольшая. Неоднократно жители обращались с просьбами провести им качественный и высокоскоростной интернет. Особенно остро проблема встала в этом году, когда все образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, а работающая часть населения перешла на удаленную работу. Принимая во внимание этот факт, общество с ограниченной ответственностью «Квант» решило выполнить необходимые работы. Благодаря поддержке со стороны администрации городского округа Зарайск в кратчайшие сроки были выполнены проектные работы, получены необходимые согласования. В настоящий момент уже произведен монтаж волоконно-оптических линий связи в грунте до границы деревни. В ближайшее время начнется монтаж телекоммуникационного оборудования на многоквартирном жилом фонде. Следует отметить, что подключение в многоквартирных домах для жителей будет бесплатным, а тарифы – демократичными. Жители частных домов также получат возможность подключиться к сети интернет. По вопросам подключения обращайтесь по телефону 8-496-662-40-31 или 8-910-437-95. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.